Жители Астаны привлекли к массовому спорту. Всех желающих встречали на республиканском велотреке Сарыарка. Некоторым в результате розыгрыша посчастливилось получить сертификат на месяц бесплатного посещения любой из секций на базе спортивного комплекса. В Сарыарке можно заниматься плаванием, акваэробикой, фигурным катанием, карате, тхэквондо и мини-футболом. Кроме того, там действует Центр олимпийской подготовки по шорт-треку. На данном этапе мы решили, что массовый вид спорта это то, откуда начинаются первые результаты. Вот. Привлечь большое количество народу, и тогда и будет больше, скажем так, шансов на победы нашей страны на высоких аренах.